Анекдот, короче, анекдот. Три друга встречаются, три доктора, окулист, ну, кто глаза лечит, кардиолог по сердцу, ну, и дантист. Бухает, задумчиво вдруг окулист говорит: вот я окулист, лечу болезни глаз. Кардиолог такой: ну, я кардиолог, я лечу болезни сердца. Дантист подумал, говорит: а я дантист, я лечу в Эмираты. Ну, правда же? Ценники, короче, у дантистов, пиздец, самые жестокие. А самые сложные, кстати, наверное, укаться глаза и сердце. Вот почему так, кстати? Такие мои обывательские размышления. Как у вас дела? Всем привет. Вот, прошу вас, поставьте лайкосики или напишите свой любимый анекдот. Спасибо.